Преступлений, совершенных подростками, стало меньше по сравнению с прошлым годом, рассказали в Управлении по делам несовершеннолетних и защите их прав. Большую работу в этом направлении проделывают органы внутренних дел совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних. На сентябрь месяц несовершеннолетними совершено 19 преступлений, прошлый год 21. В отношении детей также сокращается и подростков количество совершенных правонарушений, это общие цифры. У нас снижается стабильно состояние правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Это распитие алкоголя, фактически нет фактов потребления наркотических психоактивных средств. Однако в управлении делают акцент. Невыявленное правонарушение еще не означает, что его не было. Образовательные учреждения осуществляют контроль и анализ текущей ситуации, проводят ежегодное психологическое тестирование учащихся, направляют сложных подростков к квалифицированным школьным психологам. Несмотря на это, основная ответственность по воспитанию детей лежит на их родителях. На сегодняшний момент у наших жителей складывается мнение, что это образовательные учреждения должны родителям заниматься воспитанием и обучением. Нет. И на сегодня статья есть 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Все административные материалы по этой статье, большая часть, составляется на родителей, которые не контролируют процесс обучения своих детей, которые не приобретают необходимые канцелярские принадлежности. Если уж родители не досмотрели, то придется иметь дело с представителями комиссии по делам несовершеннолетних. Она включает в себя 23 органа, которые ежедневно работают с детьми и их родителями. Главное – не допустить повторения истории, объяснить подростку, чем это чревато. Работает комиссия и с родителями. Помогают в реабилитации и лечении от алкогольной и наркозависимостей. По состоящим на учете у нас семьям и подросткам порядка 400 семей у нас состоит на учете и порядка 250 детей несовершеннолетних, которые совершили правонарушение. Планирование профилактической работы в каждой конкретной школе, оно происходит с учетом анализа, во-первых, оперативной обстановки на территории обслуживания, во-вторых, анализа правонарушений среди учащихся образовательного учреждения и, в-третьих, с учетом данных социально-психологического тестирования, которое проводится в школах. Если вы или ваш ребенок столкнулись со сложностями, обращайтесь к школьным психологам и на телефон горячей линии. Квалифицированная помощь предоставляется бесплатно и конфиденциально. Главное – не игнорировать первые признаки проблемы. Потом может быть поздно. Марьяна Зборовская, Денис Петров, Первый Мытищинский.